Капец, меня с кровати подняли. Давай! Я так плохо сегодня засыпала. Мам, давай. Саша, где кому кавалу? Сейчас. Дали котика водичку. Да ладно. Бай! Тебя не видно, десятка. Тебя не видно. Марин, давай! Так, это не это самое, это документы. А что так быстро пришли, сказали, придут? Ну, что, ну, тупо моря сегодня не ходы. Давай! Да сейчас! Давай, здесь, давай! А моя твоя лавля. Давай, мама! Давай! Мама! Да бляха-муха, шо я? Они там, ты, осторожно, осторожно, кнопки! Мама. Давай, жаму. Ура, лучше не это, чем сасу. Мама, давай. Давай. Тихо, аккуратно. Да, veloce. Карта сейчас. Коли мани не пара. Дай мне ходячий фискаль. Коли мани, ромпи. Мама, еще вот здесь фискаль надо. Мария, баба. Гварда, мама. Ничего не компания номера предотвратили. Пьяно. Тихо. Давай, открывай, Мадонна, voglio andare a родине. И faccio foto oggi. Сюда, я vicina, я снова не posso. Ой, блин. А здесь, ecco, questo mi piace a me. Детки. А в чем дьямо? Видимо, судьба. Подожди. Но, ма ке се шима, Марина? Здрасте. Ну, ромпи, дейка. Батольто, вай. Мама, девочки, мой первый айфон мой. Привет. Ну, это первый мой новый, он с нуля. Давай. Я тебя. Ай, блин, Марин, а ты... Ора, София, ванну и почему тут? Блин, меня с кровати подняли, я такая... Марин, ты на ромпи хочешь, ты нуля. Нет, надо купить этот... Мама, все черные. Да ладно. Ну, поменьте раньше нейро. Вы, Саша, сейчас были сейчас... Ну, почему? Да, мы продумали квесту. Почему? Ты потом не сделаешь, ты знаешь мой паспорт, где Инстаграм перенесли. Боже, ну, конечно, такая красота. Это вообще... Иди сам мэтр из мута, мама. Тебя тут кто ее? Я в шоке. Вот она, камера, смотрите. Фами веде? Элло, элло, эко, элло. Почему, реально? Допу си фа. Тихо, тихо. Хелло, осторожно. Си фа допу. Я вас, Софи, там он не ветру. Блин, я в шоке. Ну, ма це Instagram nero, але. Va bene. Зачем nero? Просто ж на новика. А ну да фара ревизионе, дивертити. Lo faccio dopo, mamma, va bene. Хорошо. Браво, amore. A giugno arriva il mio. Cioè, ora ci vediamo tutti. Я должна зарядить, да, Саша? Оп, переключаемся. Ну, столько людей, сняли ж карантин. Ну как сняли, можно передвигаться, ну там еще все закрыто до 18-го, я без наушников уже, все, терпите меня. Я ходила, покупала карточку на телефон с новым номером, интернет на него покупала. Ой, сколько людей, много, особенно пожилых. Все, домой, настраивать телефон. Всем привет, привет, и тут солнечная Италия на проводе, как-то необычно. Сашка закрывает, говорит, мам, видны все прыщички, да, покажи. Говорит, видны все прыщички. А вишина. Це жовто. Ну, це перехідний возраст. Тому двоє вирішив фата. Мені інтересно зараз перевірити качество. Мене сьогодні дівчинки рано так з кровати підняли. Кстати, зараз покажу. Кот естет тут як тут. Прям я вже стільки йому ці цвіти двигаю і убираю, щоб йому було поудобніше лечь. І він уйде, прийде, лежить на сонечку. Александра Алекс Лайф мне настроила все в телефоне, все апы, там все немножко понервничали, да, Саш? Интересно качество, интересно, вообще меня видно, вообще все видно вообще. И вот интересно, я сейчас вот так вот подергаю, будет ли там есть какие-то шумы. Я просто рада, было написано, что он придет 13-15 числа. Вот, а пришел он достаточно быстро. Этот телефон, и София сказала, мам, он раньше, говорит, придет, они, говорит, просто пишут, страхуются из-за того, что вот, ну, типа, коронавирус, и не работают эти, как его называют, курьеры. Девочки, мальчики, мужчины, все, как и говорила, дырявая футболка, как она,
ну, как вы там писали, да? Ну, я сама говорила, потом вы писали, дырявая футболка, но классный телефон. Все, теперь я соответствую. Ой, боже, какая красота. Огромное всем спасибо за поддержку. Вот такой вот красивый телефон. Это iPhone 11. Это мой первый телефон. Именно новый телефон. Не с рук купленный, ничего. Ой, все, Сашка мне сделала. Там только у нас кое-что там одно не получилось. Или я думала, TikTok. Вот, что я, пока Саша... А, во-первых, принесли очень рано, я спала. У Саши была лекция школьная. Потом Софи говорит, мам, вставай, ты что, все, пора вставать. И я встала и побежала быстренько за карточкой, за новым номером на этот. Потом, пока Саша все делала, я быстренько помыла везде пол, пропылесосила. Мне просто интересно, как он держит картинку и стабилизирует. Боже, какие вы красивые, такое все зеленое, тра-та-та-та-та-та, и холодильник классно мой смотрится. Да, все вмещается, вообще, я просто довольная. Прям вообще красота. Кошака одного потеряли, маленького не можем найти, Сережа. Наташа спит. Света тоже спит. Сережи только не хватает. Сережика не хватает. Спят мои котики. А, девочки, я даже не знаю, ну вот как вот. Ну неужели меня вот сейчас хорошо слышно и видно? Я, ну я довольна, я вам честно скажу, я очень рада. Это дело надо как-то обмыть, наверное. Слушайте, я очень рада, ну просто мне не верится. Саша говорит, мама, ты что, я бы плакала. Я говорю, ты знаешь, я говорю, даже как-то ну не сообразила. Ну, я растерялась, я встала вот на голове вот такое вот. Че, на улице погода хорошая, людей очень много. Женщина, где я ходила покупать скеду, карточку на телефон, говорит, что очень многих штрафуют. Потому что все равно карантин-то сняли в том плане, что можно там передвигаться по городу, там погулять можно, проведывать своих родственников. Ну, не до такой же степени с фанатизмом. Очень много, ну, нельзя так говорить, повылазило. Очень много вышло на улицу пожилых людей. Прям очень много пожилых людей. Боже, неужели меня так все видно? Сейчас поставить, попробую, отойду, посмотрю, какой будет звук. Интересно, когда я вас ставлю, вы слышите какие-то шорохи? Девочки, ну что, все? Дырявая футболка, штанов нет, я поправилась. Я не знаю. Ну, я думаю, что футболки это дело такое, они приобретутся. Девчонки, чего мальчики, мужчины, хочу сказать, эмоции переполняют, потому что, ну, наверное, больше не из-за того, что именно это марка телефона, а, наверное, из-за того, что все-таки качество будет лучше, и компьютер мой до сих пор еще в ремонте. Вот, не знаю, я довольна, я всем рада, потому что, ну, как бы, это нужная вещь. Ой, и фотки такие красивые, мы фотали котов, и фотки котов очень красивые получаются. Девочки, я не знаю прям вообще, как устроен мир. Просто хочется проверить, где меня видно, где меня не видно. Мне надо сегодня платить за интернет. Я когда пришла делать карточку, она мне говорит, у вас долг 69 евро. Я говорю, боже мой, где вы берете эти долги? Говорю, я же заплатила за интернет. Один мне пришел счет на 35, на 30 евро. Сколько там у меня получается? 30 евро 99 копеек. Говорю, вот я его должна заплатить 12-го. Говорю, а откуда у вас другие числа? Видите, а здесь уже другое прислали, что 65 с чем-то. 65 за что? Я не могу понять. Может, я здесь ошиблась? Здесь что тут? Где мои очки? Ой, девчули, неужели меня будет хорошо видно? Картинка. А здесь что написано? Здесь написано 30 евро. До какого числа? Где тут написано до какого числа? В общем, надо им сегодня тоже будет позвонить и все узнать. Короче, девочки, вот такое вот качество видосов. Специально одела эту футболочку. Для того, чтобы вам продемонстрировать. Да, девочки, в дырках, но с телефоном. Телефон нужен, сами знаете. Телефон, сами понимаете, мне нужен. Потому что там у меня уже батарею не держала. Я батарею могла закорекаривать. Как это закорекаривать на русском? Заправлять. Заряжать я могла целый день уже. Она не держала. Динамик там на том телефоне уже был посажен. И когда фронтальная камера работала... Очень было плохо слышно, то есть без наушников там было не слышно. Чехла нету на телефон. Чехла пока нет на телефон. В наличии в этом магазине, где я делала себе номер, покупала карточку, да, не было чехлов прозрачных.
были только синие. Ну, куда мне синие, если я специально брала себе фиолетовый я брала себе цвет. Конечно, очень красивый желтый, очень красивый красный. Красный немножко дороже телефоны стоят, потому что, как я смотрела обзоры на Ютубе, потому что, типа, они вот это от продажи красных айфонов 11, может быть, всех, я не знаю, ну, по крайней мере, на эту вот серию телефонов они перечисляют какую-то часть денег по борьбе со СПИДом. Вот, но я, в принципе, и хотела фиолетовый, потому что у меня все, что осталось от фиолетового, это только глаз. И, знаете, такой, типа, первый телефон, это мой подарок на день рождения, и, естественно, ну, пусть будет фиолетовый. Но очень красивый, очень приятно держать его в руках. Я заказала себе прозрачный, так непривычно снимать без наушников, я заказала себе прозрачный чехол. Она сказала, что в нашем магазине нет, давайте я спрошу, если есть в другом магазине, они его подвезут, и я потом куплю. Ну, в общем, как-то так. Саша, огромное тебе спасибо, что помогла все настроить, помогла все подключить. Мне кажется, что картинка просто шикарная, все видно, все захватывает. Все просто шикардос. Все. Я довольна всем. Саша говорит, мама, по такому поводу надо включить Нилетто. Потому что я их уже задолбалась. Задолбалась. Сегодня можно. Моя ты курочка, огромное тебе спасибо. Я говорю, Сашка, как же я не ошиблась, когда тебя рожала. Какая ты у меня умничка, какая ты у меня девочка. Сердце мое ты, мое сердце, семья кора. И папе спасибо маме. Саша говорит, у тебя очень часто сердце болит, говорит, ты так сказала, что ты мое сердце, это сердце у тебя болит часто. Как у меня спят котики, интересно там. Саш, ну хорошо видно. Саш, да. Давай, поснимай меня. Смотри, куда попала фото. Подержи. Сейчас. Но, не ти può sentir, мама. 30 секунд. Nemmeno, 15. Come faresti senza di me? Abbassa. Больше нельзя! Ну что, девочки, ну классно видно, Саш. Sì. Эффект коронавирус. Все, будем теперь снимать на новый телефон. Огромное всем спасибо за поддержку. Но, тенгу ее. Я хотела выключить, я хотела попрощаться. Всем пока-пока. Пока.